Ну пусть виляет. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 5 сентября 2024 года. И наш красавец Юстиниан, который нам сейчас позирует в шапочке, связанной специально для него, почти в свой день рождения, ему 29 августа исполнилось 2 годика, нашел себе любящую и заботливую мамочку и скоро уедет в новый дом. Просили связать для Юстиниана костюмчик, вот поэтому я сделала первая шапочка, что быстрее всего получилось. Хочу показать, какие у меня цвета, и вот такого же цвета связать свитер, если его мамочка мне в Телеграм напишет, что такие цвета понравились. Здесь на фоне вот этого василькового специально сделала такую темно-сиреневую ниточку для контраста. Он мальчик, он темный у нас, бурый такой, необычный по окрасу. И, собственно говоря, мне кажется, что такие цвета ему очень к лицу, потому что вот они его как бы немножко освежают, оживляют. На этом я Юстиниана больше мучить не буду в жару, в шапочке. Это Lana Gold, полушерсть. Отправляем его на прогулку. Поздравляем парня с приобретением новой семьи. И... Ой, и все разбежались. И кого я показать хочу еще? Кого могу показать? Наверное, Захара? Или кого? Ну, давайте, ребята, выходите на солнышко. Так, ага, ага, ага. Так, вообще-то я хотела показать, конечно, Джина Блэка. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот кто уже совочек нашел тут? Лёва! Лёва! Так. Вот он у нас, Джин Блэк. Вот это черного окраса песик с белыми отметинами, у которого, ну, на груди почти, кстати, почти нет белого. Практически целиком черный. Вот. 16 мая ему исполнился 1 год. Ребят, я его продавала дороже, но сейчас вот хочу поставить за 35, я его продавала, потому что у него не встали ушки. Хочу поставить по 25, потому что он со своими драками меня просто замучил. Он постоянно делит территорию со взрослыми парнями. У меня уже осталось совсем немного взрослых парней. Вот он, смотрите, он очень красивый. Это сынок Симон, он, кстати, не крупный. Вот это последние тут 2-3 по 25 парня остались. Остальные дороже. Поэтому, если кому-то хочется здоровую, красивую, породистую собаку недорого, то, пожалуйста, обращайтесь. 2-3 парня всего лишь остались по 25 тысяч рублей, которым вот... Ой, ты что там лапку-то приподнял? Интересно, как стоит. Холодно? А не надо лазить туда было. Так. Вот. Поэтому индивидуальные видео всех ребят есть. Если кому-то не найти что-либо из видео или кого-либо на видео, пишите мне в личные сообщения, пожалуйста, все контакты в описании под каждым нашим видео, все ссылочки на все наши соцсети. Пишите, звоните. Так, ну, а я пойду заниматься дальше своими делами. Всем пока и до новых встреч!